«Делу время, потехе час» – так гласит известная поговорка. Но в погоне за деньгами многие просто забывают, что иногда необходимо и отдыхать, иначе подорванное от переутомления и стрессов здоровье деньгами уже не спасешь. Да и общение с семьей и друзьями никто не отменял. И лучше всего это делать не только дома и по телефону, а всем вместе в веселой и шумной компании выбраться куда-нибудь. При этом не обязательно ехать в Екатеринбург или соседние города. Отличные места отдыха есть и в Артемовском. Среди них известный многим жителям района досуговый центр у Плотинки. Здесь найдутся развлечения для каждого на любой вкус и во все времена года. Зимой популярно катание на лыжах и коньках. А еще не так давно появилась новая, веселая, занявшая первые строчки по популярности как среди взрослых, так и детей, катание на бубликах. От желающих вот так прокатиться с ветерком нет отбоя. Несмотря на то, что на дворе уже весна, снега в лесу еще предостаточно, поэтому аттракцион ничуть не утратил своей актуальности. Для любителей животных здесь также присутствует достойный отдых – катание на лошадях. Более спокойный, но не менее увлекательный отдых можно найти в тире. Здесь каждый желающий может выпустить пар, расстреляв мишени из пневматической винтовки или арбалета. Заняться приведением своей фигуры в порядок и поддержанием ее в тонусе можно также в этом досуговом центре. К услугам клиентов всегда присутствует тренер и различные тренажеры. После активно проведенного времени отдохнуть и поделиться эмоциями можно будет в уютном кафе, где вас всегда вкусно и сытно накормят. Отличный полноценный отдых, особенно проведенный на свежем воздухе, добавляет сил и энергии на будущее свершение и насыщает жизнь яркими красками. Разве вы не мечтаете об этом?